Наступит ли такое время, когда роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» адаптируют для рэп-речитатива и включат в школьную программу? Наступит ли такое время? Да. Нет. Почему нет? Рэп же так популярен. Ну, не знаю. Ну как, не знаешь? Можно же запросто читать Пушкина как рэп. Скажи-ка, дядя, ведь Пушкина не да. Можно, да. Ну, но Бородино, Бородино. Пушкина можно. Ну а почему «Войну и мир» нельзя? Ну, и там, все время орать же... «Война и мир! Война и мир!» Слышь, Пьер Безухов там, тра-та-та-та-та. А Пьер Безухов, он же потом это нормальный такой, на войну приехал. Ну, приехал, посидел и уехал. Да, как да. И Леонид Ильич Брежнев на Малую Землю приехал, там покурил пару сигарет, уехал книгу писать. Вот так и Пьер Безухов. Приехал туда на войну. Брежнев там это, в атаку вроде ходил. Ходил? Один раз. По своей траншее. Ага. Ты в атаке был, бухой. Малая земля. Бухой в атаке был. В атаках ходил. Это знаешь, там, когда ЛТП, помнишь, там, у нас мужик один на ЛТП жал, ну как там... типа дела на ЛТП, он говорит, задолбали, по ночам в атаку ходят. Ну, в смысле, кого белка там хреначит, по ночам в атаке ходят. Короче, не хочешь ты «Войну и мир» как рэп читать? Нет. Ну, прикинь, два тома можно рэпа зачитать. В принципе, почему бы и нет? Как аудиокнигу ж можно зачитать? Ну, да можно, конечно. Ладно, оставим этот вопрос спорным. А вот смотри, есть версия, что новый глобальный рок-герой появится в России в ближайшие 5 лет, в период массовых народных волнений и баррикадных стычек. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что не появится. Не появится? Нет. Почему? Ну, нету таких вот. А ты, вот, например? А я. Ты не рок-герой? Как не рок-герой? Ну, кто в твоем понятии рок-герой? Рок-герой? Да, вот в России. Вот ну, это чисто русское понятие какое-то, рок-герой. Ну, да. Ну, не знаю, Цой был. Наверное. Рок-герой, да? Да. А почему? «Доброе утро, последний герой»? Ну, потому нет, что не спел. Поэтому. Не, ну, глянь, сколько народу все-таки слушало. Ага. Так ну, вот, а еще всемирный кто? Любимец. А Егор Летов? Ну, Летов, да. Кинчев? Кинчев, ну... Бутусов? Не, ну, эти как-то не так. Ну как это не так? Бутусов, он, глянь, фильм «Брат» вышел, там саундтрек полностью. Ну, в принципе, да. И он сразу его все стали слушать. Человек, который не пел, блин, вообще просто, блин, текста читал. Не, ну вот говорю, Цой там, например, такой был. Такого уровня, да? Ну да. Рок-герой. Ну а почему у нас сейчас не может появиться рок-герой? Ну а где предпосылки-то? Ну вот Шнур, нет. Да ну, нет. Нет, да? А кстати, это... Смотрел как-то по телевизору «Ля минор» группы. Не слышал? Да, слышал. И чё? Такие они, типа Ленинграда, только да вот таких, как еще типа брутальнее. Да, и такие, типа, как Ленинграда, таких много. Да, да. Их целая куча. Не, музон там другой. Так, не такой, как Ленинград. Угу. Короче, ты не видишь, да, тут никакого рок-героя? Нет. Нет, да? А почему так произошло? Ну хрен его знает. Тогда... Что в твоем вот, понятии? Тогда вот, подожди, вот что в твоем понятии рок-герой? Кто вот такой рок-герой? Ну такой народный. Ну, Трэмбо покойный был рок-героем. Ступа был.